Всем привет! Это дневники Central Asia's Got Talent. Оставайтесь с нами! Ведь будет интересно! Талантливые, харизматичные, артистичные, яркие, зажигательные, неповторимые. И все это о полуфиналистах Central Asia's Got Talent. В этом выпуске мы расскажем, чем удивляли участники заключительного полуфинала второго сезона шоу. Все самое интересное в дневниках проекта. Вы смотрите шоу, которым возможно все. Central Asia's Got Talent – проект мечты. Мечты сбываются и у Жунусали Сайдинова из Кыргызстана. Ему 47 лет, и свой талант он называет биоэнергетикой. Ну, настрой хороший, но впечатление будет. Конечно, я зрителей удивлю, все зрители упадут. Этот номер я готовил почти год. Секрета нет в этом, просто у меня дар, я сам биоэнергетик. Фокуса нет здесь, только биоэнергетика, сила биоэнергетики. А таких людей в мире 0,1% есть. Он еще ставит эти... Я благодарю вас за выступление, я благодарю вас за смелость, благодарю вас за талант, потому что талант у вас бесспорно есть, как минимум артистический, а как максимум, может быть, все-таки и целительский. Ну, мы здесь не битва экстрасенсов, поэтому пусть зритель решается. Я этому артисту желаю только удачи. Я поставил сегодня рекорд, вообще-то мировой рекорд. В мире поставили 50 лошек, держит биоэнергетикой. Такой 50 ложек. Я сегодня альхамдулиллах поставил 60 ложки и сдвинул 365 килограмм без веревки и без троса биоэнергетикой. 365 килограмм я сдвинул, альхамдулиллах. Такого еще в мире нет. Человек магнит. Мне довелось это все воочию, как говорится, убедиться в том, обладает ли он этой, так сказать, природными дарами, да? Вот. Но реально я убедился. Ну, есть такие в природе люди. И возможность человека всегда же, она такое безгранична. Важно не забывать, что нетрадиционную медицину и практики ее фанатов не стоит принимать просто на веру. Тот самый случай, когда полезен совет – не повторяйте это самостоятельно и без контроля специалистов. Впрочем, это актуально почти для каждого полуфиналиста. Без подготовки невозможно танцевать как брат и сестра из Цой Крю. Алматинские танцоры Артем и Ева Цой удивляют синхронностью и четкостью исполнения. Мы вложили очень много сил в этот танец. Мы очень много идей перепробовали. И мы даже какое-то время пропускали учебу ради этого, ну, ради постановки этого танца. Мы было много потрачено не только сил, но и времени, и средств, и всего-всего-всего. Такие номера и должны достойно представлять нашу страну вот, на гранд-финале. При всем том, что они как бы вроде бы современные ребята, но они на в основу взяли вот и наш казахский танец, Ева так очень хорошо, очень прям порхала на сцене. И, конечно же, подборка всех вот, мелодий популярных нынешние. Мне кажется, это качнет, так сказать, сознание и сердца многих казахстанцев.
и они будут голосовать за них. Но по мне, мне кажется, они очень достойны, чтобы быть в финале, в гранд-финале. Я больше чем уверен, у них еще есть запас этой прочности и таланта. Они могут еще сильнее подготовиться и показать очень шикарный номер. Ну, вроде бы вообще получилось отлично. По-моему, на все получилось, да. Все, что хотели, все, что исправили, все получилось. Ты как считаешь? Я тоже так считаю, что все ошибки, которые были до этого, мы сегодня их исправили и станцевали достойно. Ой, Цой Крю, это моя любимая пара, это любимая моя группа. Это брат с сестрой, которые все больше и больше поражают меня. Они растут на глазах. Не то чтобы физически, а именно творчески растут. Это группа с большим будущим, если они уйдут в это направление, потому что такая харизма, такая пластика. Они чувствуют каждый ритм. В прошлом туре было немножко, потому что энергетики не хватило, да, камеры немножко съели, и вот, ну, немножко не так смотрелось. В этот раз вроде бы, ну, я надеюсь, что у нас все прям классно. И даже, даже вот комментарии, то, что мы достойны гранд-финала, это уже о многом говорит, мне кажется. Намек. Есть маленькая надежда на то, что мы пройдем гранд-финал, так как мы очень понравились жюри и надеемся, что понравимся зрителям. Понравились? Голосуйте за ребят до вечера понедельника. Или дождитесь окончания выпуска. Может быть, решите отдать голос за интернациональную пару фокусников? Конечно, волнение немного присутствует, но мы верим в себя и надеемся, что жюри и зрители верят в нас и оценят наше выступление. Выступление в полуфинале было в арабском колорите, и мы очень рады, что мы затронули сердца жюри и сердца зрителей. Если честно, я очень переживала, как пройдет сегодня наше выступление на полуфинале, так как я спала всего лишь 2 часа, мой ребенок на данный момент болеет и находится на лечении. Но когда мы вышли на сцену, я забыла про все это, и я увидела лица жюри и зрителей, и поняла, что они мне дали сразу энергию, и мы выступили на ура. Возвращаемся к претендентам из Кыргызстана. После впечатляющего исполнения песни «Адель» на судейских прослушиваниях Бермету Розбаевой будет непросто удивить публику. Немного волнительно, но очень одновременно волнуюсь, одновременно радуюсь. Вау, вау, круто, супер, бриллиантово, жемчужно, молодец. Вот сейчас уже после, да, как бы, когда такое послевкусие, почему-то вот только такие эмоциональные отклики остаются. Уже не хочется как бы комментировать там о техничности и прочем, а просто говорить о том, как это было здорово. Ну, у меня голос дрожал от волнения. Надо отдать должное, конечно. Не каждый возьмется, даже профессиональный певец. Спеть такое произведение. Но это стоит уважения. В ребенке есть дух, смелость. И она взялась за это произведение. За это, как говорится, ей отдельное спасибо и аплодисменты. Я оцениваю свое выступление 99. Не очень хорошо могла раскрыться.
Вот, но думаю, что я постаралась. Старание и тренировки – неизменный атрибут для достижения успеха. Только так достигается уверенность в себе и своем деле. Я готов, все получится, я верю в свою силу. Зрители так делали, и на жюри сказали, чтобы все было классно. Он преподнес этот материал не так, как мне хотелось бы услышать. Вот. То есть он не сочувствовал этому горю, этой трагедии. Он ее немножко преподнес как эстрадное исполнение. Да, это здорово. Почти как на улыбке. Мне вот не хватило такого душевного, что могло меня тронуть снутри, скажем так. Сарвар, дорогой, у тебя получилось то, что ты хотел сделать. Никого не слушай, все было круто. Ты уже очень крутой, желаю тебе успеха. Дорогие зрители, если я хорошо пел, и вы хотите еще раз увидеть меня на сцене, тогда, пожалуйста, поддерживайте меня. Насколько Сарвару удалось раскрыться, действительно, решать только вам. Вашего голоса ждет каждый полуфиналист. Например, вокалист Сардор Сулиев из Таджикистана. Тембр вокалиста не оставил равнодушным зрителей, а жюри высоко оценили талант Сардора в полуфинале. Я хотел показать, я и эстрадный певец, и национальный, и классический. Это тоже должно быть увидеть поклонники и зрители. Я просто получил огромное наслаждение, конечно. Спасибо, дорогой. Сардор выступил с национальными бухарскими песнями, народными бухарскими песнями, так как я вообще рода сама из Узбекистана, родом из Бухары. Эти песни меня вернули в детство, и даже в его исполнении это было очень красиво. Сегодня я прям очень-очень была довольна его выступлением. Он молодец. В сценический образ Сардора существенно вкладывается талант его супруги, ведь именно она придумывает и шьет для него костюмы. Когда я сделаю себе новые песни, и моя жена готовит особенные формы, особенный костюм, чтобы каждой песне свое костюм. Спасибо. Да, это же ручная работа. Это тоже очень тонкая работа. С этой стороны тоже видно, где я живу, там такие костюмы еще не сделаны. Очевидно, что Сардору помог творческий подход его жены. Но для наших юных участников главное подспорье – трудолюбие. Для Айрис Кульбаевой следование жесткому графику – жизненная необходимость. Из-за сахарного диабета юная вокалистка подстроила под особенности организма весь распорядок дня. Чтобы хорошо петь, я каждый день распеваюсь, делаю дыхательные упражнения. Ну, упражнений можно, например, поднять табуретку, чтобы дыхание работало вот так вот. Легкую табуретку вот так вот. И начинать петь, и у тебя автоматически начинает дыхание работать. Чтобы держать, чтобы не падал голос. И вот так вот удерживаешь и начинаешь петь.
Конечно, бывают моменты, когда хочется бросить вокал, когда все надоело, но я собираю все силы и иду дальше. Я понимаю, что это очень большая ответственность и все надежды за меня. То есть за моей спиной там стоит мама, папа, там педагоги, и поэтому не хочу их расстраивать. Подавала ее недетская собранность. Такое, я бы сказал, даже месмеризирование, гипнотизирование зрителей, введение их в такой транс с элементами горлового пения и вообще всей стилистикой номера. Это очень круто, это очень свежо, это очень необычно, тем более для такой юной исполнительницы, как Алис. Мне очень все понравилось, конечно, были некоторые нюансы, но я, очень довольна своим выступлением. Арис, на прослушиваниях ты была совершенно другая. И сегодня в полуфинале ты всех шокировала, удивила. Ты на самом деле показала настоящее шоу. Ты показала свой внутренний мир, насколько ты сильная и насколько ты храбрая девушка. Реакция меня очень обрадовала. Я прям вообще в восторге от того, что сказала Ситора. Для меня это мнение очень важно, как для начинающей звезды. Но она молодец, она боец. И причем, опять же, я понимаю, что слушать нынче, да, поколение. И мне было очень было приятно, что она вот взяла такой непростой материал на казахском языке. Но вот такие дети и достойны, сказать, признания, внимания, уважения. Молодец. Сәлем, Айрис! Сәлемет! 91! Қатысып жатқан жобаңда саған сәттілік тілейміз. Талпынысың сарқылмасын, алдыға қарай ұмтыла бер. Ешқашан берілме, және Қазақстан туын биікке көтере бер. Біз сенімен біргеміз. Рахмет! Сәттілік! Конечно, мне еще уверенности придало моя любимая группа, что она меня поздравила, сказала мне вдохновляющие слова, которые я до сих пор держу в сердце. Я так рада, что они смогли мне уделить время. Это моя любимая, обожаемая группа. От смелой и яркой певицы Айрис Кульбаевой, которая с детства выступает на сцене, к скромному детскому педиатру Асларману Елеову, который дебютировал в качестве исполнителя на сцене нашего шоу. Азап Ховал Жувар. Жалпы, бұрын сонды үлкен сахнаға шықпағам ғой. Себебі енді үлкен сахнаға шыққан емесім бұрын сонды. Өзім дәрігер болғаннан кейін жұмыстағы операцияда тұрғанымда бұндай қобалжу болмаған жалпы негізі. Қазір шамалы дауысымды күтейін деп көп бүгін дайындалған жоқпын. Көп уақытын демалумен өткіздім жалпы. Негізі өлең айтатын кезде күш көп керек болады ғой. Мен дәрігер ретінде жақсы білемін да. Ну, как сказать, человек любит это дело. Это вот бывает, ты выбрал профессию, да, но твое нутро другое. Это вот про нашего этого участника. Но он молодец. Шын өзімнің немді айтқанда жеткізе алмадым дауысымда. Одан да жақсы айтып жүрген ғой, репетицияда жалпы. У него это неплохо получилось в этот раз. Тоже не могу сказать, что у него такие прям великолепные вокальные данные. Но это народный проект, поэтому голосуйте. Голосуйте за меня, и я не подведу. Умение справиться с волнением перед важным событием – важный ингредиент успеха.
Это профессиональное качество для человека в форме капитана внутренних войск Республики Узбекистан Тавромбека Абдусаломова. И сейчас должен выйти на сцену. Безусловно, есть сильное волнение. Думаю, выступлю в достаточной степени хорошо, чтобы не подвести военную часть, моих руководителей и прежде всего родителей. Я хочу, чтоб жили лебеди и от белых стай, и от белых стай мир добрее стал. Пусть летят по небу, пусть летят по небу. Когда начал петь на сцене Тавромбек, вот у меня душа стала, вот я это состояние не могу объяснить, счастливо, утонула вот в какой-то вот непонятный, как сказать, я просто попала в такой период, будто между сказкой, между жизнью, вот. Бывает момент, когда просто мысли покидают твое тело и просто плавают на такой волне. Вот у меня вот такое было ощущение. Жюрина реакция яхши болды. Реакция жюри была хорошей. Они немного затронули недостатки, сказали, что не хватает немного артистизма. Этому тоже есть определенные причины. Так как я в военной форме, было сложно использовать артистизм. Если не считать это, все хорошо отозвались. Не хватило вот этой драматургии, скажем так, да? Скажу так, не до конца услышал, да, скажем, значение, смысл песни. А в целом было все хорошо. Он спел очень ровненько, нормально. Где же ты, моя любимая? Возвратись скорей. Нурлан Аке. Нурлан Ака очень сильный исполнитель. Я уважаю его. В будущем буду стараться дальше следовать его советам и применять их. Кейнги ишларимда уларни маслахатларини қўллашга ҳаракат қиламан. И что я могу ему посоветовать? Если он будет дальше петь эту песню, мне кажется, через какое-то время он поймет, как правильно надо спеть такое произведение. Но решать зрителям. Голосуйте. Я хочу обратиться к узбекскому народу, зрителям, близким. Голосуйте за меня. Помогите мне собрать голоса, чтобы я продолжил участие в шоу. Определяйтесь с выбором. До гранд-финала шоу осталось всего неделя. Все подробности голосования есть в суперприложении iTu, на платформе iTube и на официальной странице проекта в Instagram и других социальных сетях. Статус лучшего и главный приз шоу в ваших руках. Смотрите шоу на iTube, а также в эфире рейтинговых телеканалов всех стран-участниц проекта. Это НТК и Туркестан ТВ в Казахстане, телеканал Сафина в Таджикистане, КТРК и КТРК «Музыка» в Кыргызстане, телеканал «Севимли» в Узбекистане и телеканал «Хазар ТВ» в Азербайджане.